Друзья, всем привет! Добро пожаловать на 42-й урок. Сегодня у нас разбор 41-го урока пьесы для баяна «Случайный вальс». Второе. В третьем сезоне я решила, что мы с вами будем учиться играть пьесы. То есть без слов. Петь я не буду. Пока что в третье. Я буду показывать все то же самое, также по картинкам буду показывать, куда нажимать, но немножко буду обращать ваше внимание на ноты. Если вы захотите, вы можете научиться нотам, если вы до сих пор не знаете нот. И еще такой момент. У меня баян называется Юпитер. Это профессиональный концертный баян, но между ним и обычным баяном разница совсем небольшая. У него просто в правой руке не 3 ряда, а 5 рядов, 2 дополнительных. Если убрать вот эти 2 ряда, то получится обычный баян. И в левой руке у обычного баяна идет просто бас-аккорд. А у Юпитера можно еще выбрать играть бас-аккорд, либо играть так же, как в левой руке, то есть одним звуком, без аккорда. Но я думаю, мы выбранный баян не будем использовать пока что. Может, когда-нибудь я захочу вам что-нибудь на выбор кидать, но не знаю. И дальше приступим к разбору нашей пьесы. Пьеса очень простая, она где-то, я думаю, для 2-3 класса музыкальной школы. Пьеса у нас из двух частей. Первая часть у нас с репризой. Это первая реприза. Это вторая реприза. Так, левая рука, первая часть, первый кусочек. Бас. Бас. Дальше правая рука. И внимательно соединяем. Дальше. Первая часть, вторая частичка. Бас фа саккорд.
в руке. Соединяем. Третья частичка. Соединяем полностью первую часть медленно. Левая рука, вторая часть, первый кусочек. Бас, до, септаккорд, соль, а до септаккорда фа. Правая рука. Ля, седьмой, до, соль, ля, седьмой, ля, фа. Ля, седьмой, ля, ре, ля, ре. Соединяем. Дальше вторая часть, второй кусочек. Си бемоль, на котором мы остановились, от ми септаккорда. Соединяем.
кусочек, завершающий второй части. Си берем на дополнительном ряду, в левой руке си от ре минора с аккорд. Итак, правая рука, вторая часть, третий кусочек. Соединяем. Соединяем медленно полностью вторую часть. На этом урок окончен. Ставьте лайки. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях.